Всемирная организация здравоохранения призвала страны активизировать тестирование на коронавирус. Исполнительный директор программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ также предупредил об опасности, которой подвергаются медицинские работники в случае, если им не хватает защитного облачения. Если все бросятся покупать все, что, как они считают, понадобится им в обозримом будущем, то многие останутся ни с чем. Имеется в виду все, от туалетной бумаги до защитного оборудования. Но если без туалетной бумаги мы еще сможем выдержать, врачи без защитных костюмов никак не могут работать. ВОЗ также повторила свою рекомендацию отложить массовые мероприятия или уменьшить их масштаб. Это болезнь не только пожилых. Конечно, более молодые и здоровые люди переносят намного более легкую форму. Однако у большого числа довольно здоровых взрослых могут развиться более серьезные симптомы. Вот почему нам нужно быть начеку и обеспечить наблюдение за всеми, даже легкими случаями, чтобы не упустить признаков усугубления болезни. В целом, в мире число подтвержденных случаев заражения превысило 200 тысяч. В эту цифру включена статистика по Китаю, однако многие эксперты считают, что КНР значительно занижала и продолжает занижать свои показатели, и что они могут быть в разы выше. В Южной Корее в четверг сообщили об увеличении ежедневного числа новых случаев заражения коронавирусом. Так, среди более 150 заболевших большинство оказались постояльцами дома престарелых в городе Тэгу. Ранее в стране в течение 4 дней фиксировали менее 100 новых заболевших. Самая тяжелая ситуация вне Китая пока в Италии. Там за 18 марта было выявлено более 4200 новых случаев заражения, а также зафиксировано 475 смертей. Общее число заболевших превышает 35 700, а жертв COVID-19 в стране уже почти 3000. Среди других наиболее затронутых европейских стран – Испания и Германия. Выявленных заболевших там почти одинаковое число. В Испании более 14 700, а в Германии более 12 300. При этом показатели смертности очень разные. Испанцев умерло более 630, в то время как немцев – 28.